Урок 23. На этом уроке мы с вами разберем буквы Айн и Гайн. Вы, наверное, уже заметили, что в алфавите они идут вместе и схожи в своем написании. Давайте еще раз их напишем. Первое – это буква Айн. Вот она на строке. А теперь напишем букву Гайн. Как вы видите, они очень похожи. Разница лишь в точке. Над буквой Гайн есть точка, а у буквы Айн точки нету. Что касается произношения, то эти буквы также часто путают. Давайте рассмотрим, в чем же их схожесть. Они обе горловые, но обладают разными характеристиками. Буква Айн – мягкая горловая буква. А буква Гайн – твердая горловая. И при ее произношении мы чувствуем характерный хрип. Х, Гайн, Гайн. А у буквы Айн она отсутствует. Послушайте внимательно. Айн. Гайн. Айн. Гайн. На первый взгляд кажется, что трудно различить. Но с многократной практикой у вас это не вызовет трудностей, иншаллах.